13 октября. Обычно уезжаем 10-го. Но нам не привезли доски, и нет щебня, и мы остались. Прошел дождь, и уже дело показывает. Надо срочно делать кювет. А как? Вручную копать. Вот она расквасилась. Вот Володя Пащенко. Вот она под ногами жижа. Вот я ступил на нее ногой, да еще она. Вот она стоит, вот он песок. А что он? Надо воду уводить. Сегодня маленько отвели чуть-чуть. И она ушла с дороги. Дальше-то мы ее не трогаем тут. Надо насыпать сначала. А тут почти не насыпано. И поэтому вот шагаешь, она уже хлюпает вода под ногами. Вот наш Никита. Сегодня даже не знает, где Киев, в какой стороне. Я говорю, на западе. А он показывает рукой. Ты куда рукой-то показывал? На север? Да. Точно на север, на полярную звезду. Нет, там на Рым. Давай. Вот Володя там разговор. Как ни говори, а все же получилась у нас трасса. Теперь только бы щебень привезли. Сегодня мы ее вручную. У нас сделан свой грейдер из доски. Вот он лежит. Дальше было сломался, я его отремонтировал сразу. Зацепил. Эти треугольником взял. И теперь дело пошло. Такие налево это поле барабаша, овес, какой-то лес. В деревне хорошо. Вон Володя стоит в грязи, по колено почти вылазит в землю. Всегда есть работа. Мне нравится выражение Мартина Лютера: ничем не занятая душа — хорошая кузница сатаны. Меня аж засасывает. Вот он. Ты как? Никого нету. Сережа уехал, вот двое тут копаются, я тут сбоку. Я вчера этот сказал записать-то, что голубей, селекция голубей-то. И уже отзывы идут разные. А, только пузо набить. Там тетка собирает голубей, ломаные крылья. Я ее не осуждаю. Почему вы меня осуждаете? Вы же видите, охотники стреляют везде, показывают это. Стреляют кабанов в Германии где-то, ловят рыбу, бьют дельфинов, китов. Везде все открыто показывают это. Люди бегут на фронте, падают, умирают. И все открыто показывают, и как хоронят Зыкина, Толкунова, все. Лежит в гробу Вячеслав Тихонов. Все показывают, все, смерти боятся. А протопоп Авакум вспоминает, маленький был пятилетний, когда увидел у соседа сдохла корова. И он плакал и очень задумался о смерти. Дети должны это все видеть. И тут в деревне ничего в этом особенного не видят. Колят все время скотину, никто детей не прячет, а он будет жестокий. Странное дело. Ему о смерти не говорить, он не будет жестокий. Как раз наоборот. Совершенно. Вот это описывает он, как чеченцы воспитывают. Ребенку там 2 годика бегает, а он ему кинжал дает, а что кинжал-то? А он пхни, пхни мамку. То есть посмотри, как он. Почему они такие непобедимые, смелые? Ему нужды никакой нет, он режет голову человеку. Ой, жестоко режет голову. Ну а как отрубали голову? Как четвертовали Пугачева? На площади. А как гильотина во Франции? На площади. В Китае сейчас как казнят? На площади. И все в интернете выставлено. А тут голубей, моих голубей, моих. И голуби специально разводятся мясные по килограмму весу. Ничего не знают, вот только судят и судят, а сами ничего не имеют. Воробья котенку отдал и тут же судят. До того смешно.
А показывают в интернете все, как убивают бобра, как шкуру снимают, как засаливают, как волков стреляют с вертолета, сайгаков. Все показывают, все. За мной, скажи ты, такая слежка. Я что-то взял, это мои голуби, мои. Но если я их оставлю, значит, ничего не будет, все погибнут. Я пришел сегодня, посчитал, у меня остается только на одной голубятне в зиму 19, ну 20, там еще парит одна. 20. Так еще у меня в городе, там их, может быть, около 40. Так три голубятни-то. Это понятно, что... А голубь — это самая ненажорная птица. Она непрерывно ест, непрерывно. Ее никогда не накормишь. Это не курица, особенно гусь. Поел он, стоит на одной ноге. Даже нужды никакой нету. Ну, и мои голуби. Девать некуда их. Как их? Я их не ем, я вообще мясное не ем. Пузо набить. Ну, почему не осуждаете в Египте? Специально приезжают, ищут деликатес. Деликатес, диетическое питание самое. Уже там около 3000 лет славится этими голубями. Вот. Вот прямо не знаю как. Ну как буддийские монахи. Убивать никого нельзя. Дождь прошел, идет по саду монах, и впереди себя дорожку метет метелочкой, чтобы на червяка не наступить. Переселение душ. Идолопоклонники. В Египте мумифицировали кошек. Ну что? Здесь все стоит на месте. Все. Продают. Володя, сильно не нажимай, она сломается. Она слабенькая. Какой бы ролик ни поставил, мгновенно высовывается. И при том высовывается, я знаю, под разными именами. Люди, которые сами ничего не имеют. Только знают, не судите, то есть не трожь меня, я тебя и не трогаю. Зашел на мои ресурсы, меня же гвоздает. Я ничего не настаиваю, у тебя нет голубей, нету куриц, нет, нету. У нас все есть это. Курицы, индюки, сысарки люди держат. И что, куда они их? Никуда, колят, так и называется, режут, продают. Но надо знать, как обделывать, чтобы купили. Другие народы, они едят кошерную пищу, проверяют. Там не говорят, там, чтобы свинину ели, свиноеды презренные. Не могут отказаться уж. Знаю, что 2 миллиарда мусульман не едят свинину, и все равно едят свинину. Задорнов выступает. Ой, как я люблю на Украине соленое сало, там то другое, шмот сала. Но весь на весь мир говорит, ну не стыдно, ничего. Но это его выбор. Мой выбор, я в рот не беру, я в дом его не запущу даже. Не потому что нельзя, а потому что соблазн слишком велик. Меня все время упрекают, что вы слишком хорошо отзываетесь о мусульманах. Ну я говорю, так самое главное, что они сумели установить пятиразовый намаз, молитва. Вот что главное у них. Главное, целомудрие женщин, одеяние. Вот что. А не то, что хорошо, что он там убивает или казнит христиан. Зачем выдумывать-то это? Они и меня казнили бы. Ну вот мы были, 6 республик прошли, Турцию, Чечне 3 раза были с благовестием. И везде принимают как родных. Чего не спросишь, прям не знает, впереди тебя поедут, покажут. Я не опровергаю, что вот вы говорите, умеют только головы резать. Не знаю я это. Я видел, да, режут там вот сейчас... Исламское государство, ИГЭ, показывают. Ну, с нами так не поступали. Вот так. Видите, вот пока я стою, сколько уже выбросили. В грязи стоит Никита. Никита, как у тебя на душе сегодня? Замечательно. Ну, вот так. Так ты в грязи, как это может быть замечательно? Вот так вот. Ну, а голуби вкусные? Очень. Очень. Еще много. Это царская еда, царская. Тем более это не базарные голуби, а свои чистые. Чистое зерно едят, чистая родниковая вода им дается. Едите же барашки, сосиски, колбасу. Лицемерят люди. Я ничего не сделал, ну, такое. Значит, одно дело делать, другое дело показывать. Ну, какое дело-то я показываю? Что я, непотребное что-то показываю? Естественно, все. Показывают, как стреляют. Брежнев стреляет там кабанов, делит мясо. Фильм показывает. Ну, на рыбалке Путин.
Ну, рыба-то тоже живое существо. Прямо показывает, как рыбу ловит. Вот был он, рыбак хороший. Свозили, был на Алтае он тут. Ешьте хоть как, но не с кровью. Вот это есть, удавленную нельзя есть. А это все как положено. Все. Наша дорога спрашивает, куда дорога? К храму, к храму. Вот только повернешь, она прямо к храму выходит. Дорога, ведущая к храму.